Друзья, всем привет! Сегодня будем с вами делать приспособу для дрели. Понадобится самый минимум материалов. В данном случае это 18-миллиметровая фанера. Ну и также немного свободного времени. Поэтому давайте уже приступим к изготовлению. Всем приятного просмотра! Thank you.
Итак, друзья, вот такая универсальная приспособа у нас получилась. Как вы заметили, можно использовать сразу для нескольких задач, таких как шлифование и фрезеровка. Я буду использовать данную приспособу для шлифования. То есть, когда будут какие-то изогнутые формы, буду дрель ставить в эту приспособу и шлифовать. На этом, думаю, будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!